Артериальная гипертензия – самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Профилактике этого недуга была посвящена лекция врача-терапевта Дениса Коваленко, который рассказал о возникновении и классификации болезни, а также о факторах, влияющих на повышение давления. Артериальная гипертензия – это очень частое хроническое неинфекционное заболевание, одно из. В России более 45% заболевания по всей России. Так, то есть очень актуально на данный момент. Болеет почти каждый второй. Встреча прошла на летней эстраде Видновского центрального парка. Жители оценили удобный формат лекции. Люди активно задавали вопросы, касающиеся приема лекарственных средств и правильного измерения давления. Вот эта лекция мне представила интерес, что я страдаю сама гипертонией, и поэтому хотелось бы знать о профилактике гипертонической болезни. Думаю, может быть, что-то новое услышу, вот, так как я слежу тоже и за здоровьем своим. Вячеслав Ермачков посещает спортивные занятия в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и старается следить за своим здоровьем. Пришел, потому что меня заинтересовала эта тема. В программе здоровья сказали, что каждый второй мужчина страдает гипертонией. Я немножечко старше, чем 25 лет, поэтому решил прийти послушать лекцию. Цикл мероприятий «Путь к здоровью» – это прекрасная возможность для жителей в непринужденной обстановке пообщаться с узкими специалистами Видновской районной клинической больницы. Подобные встречи будут проходить в парке в течение всего летнего сезона. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.